Потом поехали, значит, тоже зоопарк. А ну что, на лебедке катались? А мы зад ходим. Да, волны. На лебедке катались? Да. В вейпарк? Волны были? Да. Где? В вейпарке? И что, нельзя кататься? Ветер был, ну просто на них потратили. Здорово, народ! Привет, привет, привет. Перископим. Привет. Дмитрий Селиверстов, классный шнец. Дашь налей? Конечно. Привет. Ты совершеннолетняя? Нет. Мне 5. Ты маленькая. Привет, Стамбул, тайцам привет, всем привет, вам привет, нам привет, из Киева привет, здорово, здорово, Киев привет, с Украины. Смотрите, я Капитан Америка. Капитан Америка в шлеме. Вы завтра хотите поехать? Можно я тебе это заставлю? Давай. Давай еще. Давай еще. А вы думаете, чем ржем тут? Так, так. Когда будет пятая серия? Пятая серия. Один фиг по нему не больно, вообще не больно. Пятую серию готовим, будет интересно. Будет интересно очень. А где у нас Шпак? Уже уехал, что ли? Шпак уехал. Шпака вам сегодня не покажем. Клоков, здорово, шлем супер, привет из Питера. Из Питера привет. Лайки, лайки, ставим лайки. Желтые, зеленые, красные. Москва, здорово. Как погода? Как погода в Москве? У меня ребенок в лагерь поехал. Да, спасибо. Минус 20 в Москве. Мюнхен, здорово. Вор в законе, заходи. Шпака видели? А, вы уже на него тоже подписаны, наверное. Я на Депардье, говорят, похож. Хорошо, нет. Так. Рыбу. Откуда вы знаете, что рыбу-то поймали уже? Да, у нас мастер суши Гусев делает сашими. Смотрите, что я тут нахомячил. Это как семечки. Как это называется? Личи или не личи? Надо прибраться. Бодибилдинг. Соревнования по бодибилдингу будут? Были? Нет, не было. Были, не было. Будут. Будут. Соревнования будут. В кофтах даже дома сидите. Нифига, что, прям холодно-холодно. Серега все рассказал? Вот балбес. А как же интрига? Все перископят, все знают. А что я сальтуху делал, знаете? Сальтуху. Кто знает? Да, в Инстаграме видел уже. Хорошо у него получилось. Ты едлан. Не едлан, а еблан. Еблан пишется через Б. Да-да. Из большой буквы, пожалуйста. Потому что я, блядь, уже взрослый мужчина под 40. С большой буквы. Или через И. Зачем Шпака позвали? Шпака, потому что он хороший. Жжешь. Куришь? Нет, не курю. Допинг не принимаю. Сальто онлайн нет. На одних личи прет. На личи прет. Моя девочка. Всем привет. Она сказала всем привет, у нее нет голоса просто. В коме 40 градусов мороза. Привет из Тюмени, привет с Кипра, привет Кипр. Шпак красавчик, жене 39. Так, что еще? Потому что без бороды. Жена не ругается, нет. Шпак, не успеваю прочитать, ребят, так много комментариев. Не успеваю, Яша, что-то привет кому-то. С голосом простужено. Красавиной привет, Аня. Здорово. На Украине в пуховиках дома сидим. Да, ребятки, ничего себе. Оксану лечим, да, укольчик сделали уже. Какого Илью взять? Симки наберите, а, Ирина. Чтобы рекорды устанавливал. Он, кроме того, как рекорды устанавливать, ничего не может. Ой, я очень сильный. Молодец. Молодец. На рынке вчера. Вы нас видели на рынке вчера? Не, позавчера были на рынке. Рынок вонючий. Вонючий сдерживал рвотный рефлекс. Друзья мои, завтра в 17:00 на пляже Nine Harn Beach. Сейчас еще раз. Сейчас еще раз. Сейчас мы попадем сейчас в пятую серию. Друзья, мы сейчас в пятую серию попадем. Сейчас попадем. Внимание. Та-дам! Дорогие друзья, уважаемые подписчики, завтра,
завтра, 6 января в 17:00 на пляже Nine Heart Beach состоится тренировка «Воля императора». Что будешь делать? Волю. Упражнение. Упражнение с весом собственного тела. Приходите все, будем встречаться. Будем встречаться, фотографироваться. Да, лохи тоже будут. Я не бухнул. Приходите все. Мы... Кто такой император? Император — абсолютный чемпион России. Победитель Кубка Ишанькина. Чемпион Санкт-Петербурга. Ёба народ. Император всея Руси по мэнсфизи. Не, ничего не расскажем, пока у нас интрига. Колоться не будем. Вы крутые, смотреть приятно. Спасибо. Бадюк не подойдет, потому что Бадюк на нас обиделся. Мы его протроллили, а он обиделся. Хабаровск, здорово! Спасибо вам за такое замечательное шоу. Вам спасибо за шоу. Емельяненко император. Ну, Емельяненко император, а у нас свой император. О, мэнс физик император. Кто тебя бесит? Император бесит. Иди, скажи ему в лицо. Димон, ты бесишь. Здравствуйте, очень приятно. Очень приятно слышать. Беси, беси больше. Беси лучше. Добро пожаловать в армию таких же, как ты, упырков. Ты знаешь, ты не один чувак. Давай. Ну как вам? Как вам? В прямом эфире. Бородач красава! А где Юги? Юги в Москву, по-моему, да? Да? Он уже в Москве. И я вас, я вас тоже бешу. Голос как... Борода у тебя просто огонь. Хотите это потрогать? Осторожно, обожжешься. Борода огонь. Сбрей бороду. Тут такие вообще народ. В Находке говорят очень красивые пейзажи. В Находке? Да. Я сейчас выставил в Инстаграм то, что мы плавали. А люди говорят это, в Находке такие же пейзажи. У нас, правда, там эти белухи, ну, знаешь, такие большие какие-то. Но мы сейчас Сергею Ермакову, своего императора, на Находке позвоним, он нам все расскажет. А пусть пару фоток пришлет, что там. Да, у нас на Находке воля императора тоже проходит регулярно. Там нам регулярно рассказывают про замечательные пейзажи. Красиво? А далеко идти? Да. А серфинг есть? А серфинг есть? Бриться дорого. Привет из Казани, родина здорова. Сколько вам осталось, Наталья, еще 4 дня? Нам осталось. У Юрия жена норм. Да, жена у него. Дмитрий, привет из Мельбурна. Из Мельбурна, что? 452 в прямом эфире. Ты тоже бесишь, поэтому давай. Я всех бешу, у меня работа такая, всех бесит. Я тут все по сценарию читаю, между прочим. Меня тоже это бесит. Нет, просто бесишь. Нет. Я сам себя бешу, понимаешь, когда я себя вижу, у тебя в телескопе. Ксюха, он тебя бесит? Угу. Что-то Миронова гоняйте, а то залился, говорят. Клокову привет. Скажи, мега-красавчик, мега-красавчик. Вес на... Потерял. Что за камера у Клокова? Sony какая-то. Sony Handycam, только самая дорогая. Мы девочку сделали. Тренируемся пока. Пытаемся. Аж голос потеряли. Как раскачал это? Дель, ты как раскачал? Работаем. Ну. Что? Да, пишем, да. Пишем. Миронова пинками писал. Ребят, я тоже завел просто перископ. Я тоже иногда тут всех начинаю бесить и выходить в него. Подписывайтесь. Денис, нижнее подчеркивание, Бусев. А почему нижнее это подчеркивание? Потому что это единственный знак, который там разрешен в перископе. Как там олимпиец? Гоняет ли сам? Он все гоняет. Таиланд уже бесит. Да, у кого минус 20, того бесит Таиланд. Представляешь, в Москве минус 20. Да ладно. Дядя Сережа подпортил тебе, говорят, репутацию. Здорово, здорово, привет, привет, все. Переключаемся. Кто следующий? Друзья, завтра 17:00. Площадка Nine Heart Beach. Где тренажеры? Там слева. Приходите, будем заниматься, будем фоткаться, будем лайкаться. И что там, обнимашки. Всем удачи, всем всего хорошего. До свидания, пока, пока. Пока. Тайские каникулы с вами. Меня бесит. Та-дам!